В выставочном зале художественного музея сегодня можно познакомиться с творчеством петербургских художников Олега Франтинского и Юлии Горской. Свою выставку авторы назвали «Диалоги». Экспозиция – это своеобразный разговор художников с родным городом и живописная перекличка авторов. Олег Франтинский – уроженец города Ленинграда. Ребенком пережил блокаду. Окончил архитектурный факультет Института имени Репина, много проектировал. Был удостоен премии Совета министров СССР. Позже заинтересовался живописью, стал членом Союза художников. И сегодня Олег Борисович каждый день пишет в своей мастерской. Пишет родной и любимый всем сердцем город. Санкт-Петербург – это тема моего вдохновения. Я житель Васильевского острова. Почти все мои картины связаны с Васильевским островом или с ближайшими окрестностями. На полотнах Олега Франтинского – Нева, корабли, образы моряков, так любимые автором, отдыхающие на набережной горожане. Северная столица на картинах Франтинского предстает ярким, солнечным, многоликим городом. Олег Борисович говорит, что наблюдает и пишет его в приподнятом настроении. Перед кировским зрителем Ленинград предстанет в ярких, сочных красках. Это Ленинград, очень открытый, можно сказать, даже простой и очень любимый художником. И он понятен будет ветчанам именно своим трогательным отношением к этому городу. Музой для художника стала его супруга, с которой они вместе уже 50 лет. Юлия Горская тоже архитектор и тоже занимается живописью. Она пишет в основном дома. В экспозиции можно увидеть ее натюрморты, живописные букеты и виды из окна. То солнце в небе, то луна. Рисуйте просто из окна. Вот это больше к ней относится. Поскольку в каждой капле быта все мироздание зарыто, и это радует меня и утром, и на склоне дня, я петь хотел уже с пеленок, хоть голос мой уныл и тонок, но я свою имею веру, и петь не стану под фанеру. Я запою верхом на мачте, смотрите, слушайте и плачьте. И плачьте. Выставка «Диалоги» попала в Киров не случайно. Отец художника Франтинского родом из Вятки. Увидеть экспозицию все желающие смогут до середины декабря. Анастасия Войнолович, Вячеслав Голиков, «Вести», Киров.